Всем привет, друзья! Вы на канале Gobster Play. В сегодняшнем ролике я буду бегать с двумя непримечательными карабинами. Это Сайга 9, а также STM 9 под пистолетный патрон калибра 9х19. Но я еще больше усложнил себе задачу. Боеприпас, который я буду использовать, это ПСТ-ГЖ с бронепробитием 20 единиц. То есть я не смогу пробить даже третий класс защиты. И я вынужден стрелять противнику только в область лица. Попрошу тебя посмотреть ролик до конца, а также поставить лайк и подписаться на канал. Приятного просмотра. Так, сборка. Мое затыльник. Так даже лучше. И сюда L-конспектор. Да ты чё? Это пушка вообще. Иди баль. Идеально. ПСТГЖ, если честно, конечно, класть в подсумок — это дурной тон. Да, дистанция, конечно, карта именно для СТМ. Идеальный спаун. Просто идеальный. Где-то здесь работал калаш. АКМС или хрен пойми. Глушеная. Тяжелый. Но ему нужны боты, по-любому. Он будет здесь тусоваться. Ему боты нужны в любом раскладе. Так или... Да от меня, потрох сучий! Нет, стой! Там еще есть. Просто бот. Бот. Просто бот. Вот там, который по мне стрелял с дробовика, он меня заколебал. Блин, реально бот. Просто бот. И заруинил все. Он стрелял и стрелял, стрелял и стрелял. Вообще не прекращая. Такое ощущение, как будто он не докидывается, не перезаряжается. Он просто стреляет и все. И больше ничего не делал. Просто стрелял. Я в шоке был. Я не могу. Не могу двинуться. Не могу ничего сделать. У меня в спине тип. Точнее, спереди тип. В спине бот. И я не знаю, кто из них страшнее. Жопа вообще. Не, со СТМом надо идти на резерв. На берег тяжело. Все, я так понимаю, они пошли меня обходить понизу. СТМ чем зацепил? А, так я на ПСТГЖ бегаю. Просто ребятам показываю, что ПСТГЖ тоже убивают. Пока что одного только убил. Давай, выгляни. Пикни. Убег, сука. How are you doing, man? You still alive?
Три хедшота на PST GG, я думаю, это нормально. Да, и на PST. Hey, man. Can you hear me? Ладно, сука, понял. Сдался. Ну, неплохо повоевали. По СТГЖ. На СТМе были по СТГЖ. Блин, вот это, конечно, плохо получилось, что последнего пришлось убивать с юмпа. Максимально плохо. Там не выйдешь, не пикнешь. У него МП7. Я боялся, что он меня зарандомит в голову и все. Так, пойдем, ладно, в общагу. Я изначально хотел идти в общагу. Надо было, наверное, туда идти. Сука, у него эта херня. Каска. Как она называется? Не каска, а труп, хэви трупер. Два выстрела в голову, он, сука, не сдыхает. Давай, еще! У тебя там пару раз осталось, точно!
Давай. Мразота. Сука, у него там башки, блядь, нету, ни хера уже. Как ты живешь, друг? Но скоро у него уже брони не будет. Я все выстрелы попал. Не только один, а все. Андрюха, кривая полосочка опять получается. Надо добить. Братух, сколько ты кушаешь? Брату! Да сдохни ты уже там, пидор! Блин, осуждаю, получается. Не хочу ни гранаты. Патрики, ПСТГ же. Дикие еще эти. Их только не хватало. По-русски, блядь! По-русски говори! Какой-то. Сколько можно? Сколько можно? Просто сколько? Просто в голову. Ему вообще просто до одного места, блядь, что есть. Подгорело у него. Подгорело у него просто сто... Да его еще и... Ну и что, тут есть, что нет? Ему еще сюда стрелять и стрелять в эту маску, блин. Почему по СТГЖ? Доказываю ребятам, что по СТГЖ отличный боеприпас. Напряжение можно попробовать увеличить. Да, вот этому типу максимально обидно, конечно. Вот этому. Он там что-то выцеливал, что-то там туда-сюда там смотрел. И умер. Голову. Интересно, это русский был тип или нет? Имба. Имба 9, назовем ее. Thank you.
Граната тут! Шалава! Э, блядь, жри, сука! А, он в маске Тагилы! В маске Тагилы! И в дефике! В маске Тагилы и в дефике! Ой, ну в этом, в забрало, прикинь. Вот что тут было. Тут была жопа полная вообще. Его бы тут зажали, я так понимаю, да? Игорь, славный друже, лови мой посильный вклад в поддержку канала. Спасибо за топовый контент. Благодарю, брат. Да, его убил. Вот что тут была за стрельба, блин. Спасибо большое. Сейчас я этих бедолаг раскину. Давай, сука. Один минус. Один жив. Один они назову, я ждать не будем твоих заложников. Да давай, всех благ. Он не минус. Он не был минус. Он был жив. Сука, я ему в голову попал. А, не, убил. Я убил. А второй просто убежал. Все, я понял, сюда. Вроде собрался. Пойдем посмотрим. Есть у вас на России китайцы или нет? Интересно. О, две фулочки. Волты не один, да? Три фулочки. Ну пойдем. Да. Минус. Ебаный насос, бля. Я аж офигел, прикинь. Я не знал, что он забежит ко мне. Хватит надевать забрало, сука.
на ходу прям. Вот тут поиграем с вами. Не забывайте, ребят, фолловиться на Твиче, а также на Ютубе подписываться. Вам не сложно будет, а мне будет приятно. Спасибо большое. Хочу привлечь их внимание, чтобы они ко мне шли. Он у тебя был в прицеле. Да, я в курсе, я знаю. Я пытался целиться ему в забрало, а не в каску. Мне лишние рикошеты не нужны. Челобот. Не, все, челобот это интересно. 100% был бы интересный бой, это правда. Я не знаю, почему они решили уйти. Типа он же видел, что я не мог пробить ему забрало. Могли бы просто меня пушить. Я специально выходил на участки. На такие, чтобы у меня было хоть какое-то преимущество на ПСТГЖ патроне. Но они все равно, они не шли. Они... Как будто они строго следовали строго заданной цели какой-то и все. Что интересного, если я с АПшек буду стрелять? Я буду убивать в забрало. А зачем оно мне надо? Мне надо убивать, чтобы я ребят стрелял в челюсти. Прям в челюсть. Прям вот не в забрало, а в челюсть. Вчера себе какой меткий, сука, снайпер. Где-то вот так, наверное, надо стрелять. Там уже класс точности, наверное, не позволяет. Ну, подожди. Куда я попадаю? А, понятно. Вправо, влево. Есть. Это уже класс точности не позволяет стрелять. Слишком большая дистанция. Я думал, надо выше, ниже, а там вправо-влево летит. Говорят мы бяки-буки, как выносит на земле. Дайте ПСТГЖ мне в руки, разъебашу всех там, блять. У-ля-ля, у-ля-ля.
С этим будет тяжело. Знаете почему? Потому что у него трупер. Хэви трупер. Ой, я аж обосрался. Пулка в душке. Его, скорее всего, уже полутали. Помнишь, я говорил, что тут кто-то запрыгивает? Какие выводы можно сделать? Ну, во-первых, СТМ и Сайга 9 это все-таки не самое лучшее оружие. Но тем не менее, если уметь им пользоваться, то даже опытных противников получается перестрелять. И что самое главное, это оружие тренирует в тебе терпение, а также отрабатывает твое тактическое мышление. Если этот ролик тебе понравился, не забывай подписаться на канал и поставить лайк. А также у меня есть Twitch канал, на котором проходят стримы. Ссылка на него будет в описании. Всем спасибо, всем пока.